7 января православные верующие отмечают Рождество Христово. Праздничные рождественские богослужения начинаются в канун Рождества с 6 на 7 января. Но уже утром 7 января праздничные богослужения продолжаются, и вы сейчас видите, как прихожане уже приходят в храм, чтобы присутствовать на службе. Братья и сестры, сегодня у нас светлый праздник Рождества Христова. И это самый первый праздник в новом году. Для нас это великая радость, что родился Богомладенец, который пришел для того, чтобы соединить небо и землю. И мы, верующие люди, с радостью встречаем этот праздник восклицаниями «Христос родился». И как написано в Евангелии, ангелы встретили родившегося младенца, песнопение «Слава Вышних Богу и на земле мир человечек». И вот сегодня мы в этот день совершаем такое богослужение, и которое как бы нас соединяется два праздника. Это Новый год и Рождество Христово. Ведь у нас наше летоисчисление начинается от Рождества Христова, поэтому эти два праздника, они связаны. И в этот день после богослужения люди расходятся с радостными вот этими песнопениями и идут навещать всех своих близких, родственников, друзей, вот, и стараются принести им эту радостную весть. И чтобы мы жили так же, как и жили радостно, и чтобы было у всех здоровья. Всех вам, всем